Неужели это следы Cartoon Cat? Это реально True Banda. Похоже, его реально убил Cartoon Cat. О, господи, ты видишь это? Это же он! Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис. И бро, сразу же, просто сразу же, блин, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme Банду. Ведь, блин, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. Так что скорее вступай в мою Supreme Банду, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И Supreme Банда, вы не поверите, но сегодня будет реально очень жесткое видео. Потому что сегодня на свой дрон я попытаюсь снять реального Cartoon Cat или же мультяшный кот. Это существо появилось еще в 20 веке, когда его показывали по телевизору в виде безобидного мультфильма. Автор этого мультфильма был очень популярен на то время. Но именно в это время началась Вторая мировая война. И всю семью автора просто убили. После чего он озлобился на весь мир, и его мультфильм уже не был таким детским, как раньше. Он создавал твоего кота в виде убийств тех, кто виновен в смерти его родственников. И каким-то мистическим образом этот кот перебрался в наш реальный мир. И ходит слух, что он появляется в тех местах, где живут солдаты. И сегодня банда, мы прибыли в скрытый военный поселок. Именно здесь живут солдаты, и они очень часто пропадают без вести. Я думаю, что это тот самый Cartoon Cat. И банда, нам очень сильно повезло, что у нас в этом поселке живут знакомые. И мы смогли спрятаться у них во дворе. Потому что если нас поймают, у нас будут огромные проблемы. Нас за то, что мы здесь запустим дрон, могут просто посадить в тюрьму. Тем не менее, бро, я все же надеюсь, что мы кое-что сегодня снимем. А также, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда я сделаю куклу Вуду на Cartoon Cat и, возможно, даже его уничтожу. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти, ведь в своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, Supreme Банда. Всего лишь, что тебе нужно, это подписаться на мой инстаграм, на инстаграм Насти, написать нам директ, и все, уже совсем скоро мы тебе ответим. Так что, бро, скорее все ссылки в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем мой дрон. Погнали! Окей, Supreme Банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. И просто посмотрите, что она уже снимает. Это военная казарма. Именно в этом длинном здании живут солдаты. А рядом с этим зданием даже стоит полигон. Мне сейчас все еще не верится, что мы сегодня снимаем в таком месте. Потому что этот объект очень охраняемый. Так просто здесь тоже не запустить дрон. Тем не менее, бро, там далее есть еще дома. Там живут военные уже званием повыше. Окей, если честно, банда, мне не верится, что именно в этой местности живет Cartoon Cat. О, Настя еще показывает. Там еще есть казармы. Просто жесть, посмотрите на это. Это реально очень огромное скрытое село. Посмотрите, вокруг вообще ничего нету. Только леса и поля. И чтобы вы понимали, этого поселка нету ни на какой карте. Даже на обычных картах нету. Мне все еще не верится, что мы здесь. Здесь даже есть озеро, банда. Вы это видите? То есть солдаты даже могут здесь просто скупаться. Но я все еще не могу понять, где здесь именно живет Cartoon Cat. Неужели он живет в обычном лесу? Окей, Настя поворачивает. Здесь реально огромное озеро. А что если он живет где-то под озером? Ну это уже так, моя шиза, банда. О, здесь есть огромный лес. Ого, возможно, именно здесь живет этот Cartoon Cat. Просто жесть, посмотрите на это. Я думаю, он здесь может запросто спрятаться. Тем не менее, бро, думаю, еще стоит помнить то, что Cartoon Cat огромный. Его рост почти целых 3 метра. Он несколько раз выше обычного человека. Убить ему кого-то вообще не составит труда. Окей, не полетай так близко сюда. Если нас услышат, у нас будут проблемы. Окей, видите, банда, что здесь происходит? Просто жесть. Обычное село, так сразу не скажешь, что здесь живут военные. Окей, банда, посмотрите, здесь такие огромные поля, что если Cartoon Cat будет по ним бежать, мы его 100% увидим. С учетом того, что он огромный. О, господи, просто жесть. Для начала думаю, что нужно облететь всю местность, а уже потом делать какие-то выводы. Возможно, потом мы даже попробуем залететь в этот маленький лесок. Возможно, он даже живет там под мостом, видите? Около озера есть мост, там где дорога. Возможно, он именно там и живет, там прячется. Но все же, банда, мы пока что не знаем, как это проверить. О, что это в озере? Это какая-то палка, но зачем? Окей, это моя теория, но возможно, Cartoon Cat туда, в это озеро, сбрасывает остатки людей, тех, которые он уже убивал. И эта палка как бы, как крест какой-то, что ему напоминает, что именно здесь все лежит. Возможно, у них зарывает, как собака свырывает кости, чтобы оставить потом на потом и съесть. Окей, Supreme Банда, это уже шиза, но все же это может быть вероятно. Окей, я пока же ничего примечательного не вижу, чтобы прям сильно было связано с Cartoon Cat. Обычное озеро, нету никаких костей, ничего не видно сверху. О, банда, посмотрите, в этом поселке даже есть огород. Скорее всего, что это жены солдат что-то выращивают из-за того, что им целыми днями просто нету чего делать. Окей, нам нужно все тщательно здесь просмотреть, чтобы точно увидеть Cartoon Cat, чтобы случайно его как-то не опустить. Я, в принципе, пока что ничего такого странного не вижу. Но ведь это вообще обычное село. Даже не скажешь, что живут солдаты, не то чтобы там жил какой-то огромный монстр. И я, если честно, все еще не понимаю, почему люди так просто допускают ему тут жить. Хотя, возможно, они думают, что это какой-то маньяк. Это мы уже подумали, что это Cartoon Cat. Но все же, почему они даже этого маньяка не закладывают? Окей, я, в принципе, пока что ничего не вижу.
здесь обычное поле. Интересно, что растет вообще на поле? Попробуй полететь к тому лесу, возможно, он в лесе где-то живет. Господи, банда, просто посмотрите, какая огромная местность. Чтобы вы понимали, ее вообще нигде на никаких Google картах. Она просто замылена. Так, и тем не менее, попробуй полететь к лесу, возможно, там мы увидим этого кота. Но все же, банда, нам очень сильно повезло, что мы смогли купить дрон. Теперь мы с нашим дроном можем запросто снимать таких огромных монстров, а не рисковать своей жизнью, как это было раньше. Окей, вот Настя уже полетела к этому лесу. Здесь, в принципе, ничего не видно, лес очень густой. Здесь не то, что Cartoon Cat рассмотреть, здесь обычное животное будет трудно рассмотреть. Окей, но я думаю, что Cartoon Cat живет именно в этом лесу, потому что иначе ему уже негде жить, разве что в каком-то здании или же в озере, но это уже бред. Окей, я в принципе ничего не вижу, ты что-то видишь? Нет, не вижу ничего. Здесь реально очень трудно что-то рассмотреть. Тем не менее, я думаю, что нам нужно будет залететь именно в этот лес, как мы сделали тогда с Слендерменом. Возможно, тогда мы что-то увидим. Возможно, в лесу будут какие-то останки. Что осталось после этого Cartoon Cat'а? Окей, я, в принципе, ничего больше здесь не вижу. Окей, возвращайся назад. О, банда, а возможно, он живет в этом огромном здании, вы об этом не думали? Потому что оно реально очень огромное. Может быть, он уже его захватил и просто там сидит. Тем не менее, бро, мы не знаем этого на 100%. Но все же, банда, думаю, нужно будет иногда присматривать за этим зданием. Черт, банда, мне почему-то кажется, что здесь нету никакого кота. Возможно, здесь есть какой-то маньяк, который всех убивает, но это точно не Cartoon Cat, потому что нет вообще никаких признаков. Хотя я думаю, что нужно уже влететь в эту лес и посмотреть, что в лесу. Возможно, там уже будут какие-то признаки. Окей, банда, Настя уже опускается к этому лесу. Если в этом лесу уже ничего не будет, то здесь 100% нету Cartoon Cat, а есть здесь какой-то маньяк. Тем не менее, бро, все же где-то в глубине души, я надеюсь, что здесь все-таки есть Cartoon Cat, чтобы мы его сняли и показали вам. Окей, что это на дороге? Что-то валяется или что это такое? Окей, пока что ничего не понятно, что здесь происходит. Возможно, это на дороге что-то связано с Cartoon Cat или что это такое? Скорее опускайся к этому. Supreme Банда, вы же тоже это видите? Просто жесть! Посмотри, какое оно огромное, почему так много? Это как будто чьи-то следы или что? Это как будто кто-то шел, ты видишь это? Да, вижу. Оно еще такое мокрое. О, господи, банда, вы тоже это видите? Что это? О, черт, неужели это следы Cartoon Cat? Просто посмотрите, какие они огромные. Это жесть, банда. Вон тень дрона, дрон как моя рука. Это следы того кота. Просто посмотрите, какие они огромные, сколько их. Возможно, этот кот вышел из воды, именно поэтому они такие мокрые. Просто посмотрите на них, вы тоже это видите, банда. Они реально тут есть, просто жесть. Окей, мне не верится, что мы все-таки смогли что-то снять. Неужели Cartoon Cat реально существует? Неужели они реально в этой местности? Это просто жесть, банда, куда они вообще ведут? Вы же понимаете, банда, что эти следы как моя рука. То есть это прямое доказательство того, что Cartoon Cat существует, и он реально в этой местности. Просто посмотрите, какой огромный след. Это такая жесть, банда, мне уже в это не верится. Это реально жесть, господи, он существует. Окей, а где следы? О, они так далеко. Получается, он уже здесь начал прыгать, или как это понять? Получается, скорее всего, он уже от кого-то убегал, потому что здесь следы, он уже начал прыгать, то есть он пытался как-то ускориться. Просто жесть, банда, посмотрите, это такие огромные следы. Господи, никогда в жизни не видел таких кочачьих огромных следов. Окей, куда они ведут дальше? Чё, ты видишь это? Вторые следы, последние следы, больше нету или что? А, нет, вон, посмотри. Третий след, он ведет где-то в лес. Просто жесть, банда, вы тоже это видите? Мне реально в это не верится. Скорее ставьте лайк, такого нигде не видели. Просто жесть, посмотрите. Окей, последний след, и он ведет в лес. Думаю, что нужно попробовать лететь в этот лес. Возможно, там что-то будет. Возможно, там будет даже Cartoon Cat. Господи, банда, только вдумайтесь в это. Как только мы уже приняли тот факт, что Cartoon Cat не существует, мы сразу же увидели его следы. Это такая жесть. О, посмотри, что это? О, господи, вы тоже это видите, банда? Там кто-то лежит или что? Господи, черт, посмотри, это очень сильно похоже на человека. Господи, что с ним? Разве он не слышит наш дрон? А что если это уже труп? Что если его уже убил Cartoon Cat? О, господи, банда. Черт, посмотри, он просто лежит. Это реально труп, банда. Похоже, его реально убил Cartoon Cat. Именно поэтому сюда ведут следы. Получается, у него труп человека. Это просто жесть, банда. Настя улетает сюда скорее. Это такая жесть. Нужно срочно позвонить полицию. Вы просто это видите, банда. Тут реально лежит труп. Мне просто в это не верится. Черт, это такая жесть. О, господи, скорее улетай. Окей, Supreme Банда, вы сами видите, Cartoon Cat реально существует. Он реально убил человека. Это просто жесть. Господи, банда, нужно срочно улетать. Потому что если нас дрон увидеть вместе с трупом, у нас будут огромные проблемы. Они могут подумать, что это мы его убили. Окей, Supreme Банда, это было прямое доказательство тому, что Cartoon Cat существует. Там были его следы и лежал труп. Получается, этот кот тянул уже труп военного. Он даже был в камуфляжной одежде. Прямое доказательство тому, что это был военный. Окей, банда, у меня прям мурашки по коже. Мне даже немного подтрушивает. Мне реально очень сильно страшно. Потому что если это сделал реальный Cartoon Cat, мы сняли реальный труп. О, господи, скорее улетай, Настя. О, черт, мне реально в это... О, господи, ты видишь это? Это же он!
Он бежит, черт, банда! Это просто жесть, вы это видели? Это был реальный котский реалити в тот лес. Возможно, мы сейчас снимем, что он будет делать. Просто жесть, банда, мы сняли реального этого кота. Он реально существует, вы сами это видели. Сначала следы, а теперь сам кот. Это такая жесть, он реально очень огромный. Он явно выше 3 метра. Окей, банда в одности уже пытается влететь в этот лес. Возможно, сейчас мы уже снимем его сблизка и увидим его настоящего. Это такая жесть, потому что только что мы видели его издалека. Господи, эти следы, это все, это такая жесть. Получается, он все-таки побежал к тому трупу. Получается, это все-таки он его убил. О, господи, такая жесть, банда. О, черт, скорее лети туда нас, чтобы снять все. Возможно, тогда мы сможем... Что это было? Ты видела это? Да. Что-то с кустов вылетело. Это просто жесть, скорее подлетай к этому. Господи, что это такое? О, черт, это голова, господи. Он отрубил ему голову, точнее, оторвал. О, господи, что это было? Неужели это мозги? Я 100% это замажу, банда. Потому что YouTube такое не пропустит. О, господи, просто смотри, это реально голова этого мужика. Черт, смотри, банда, такая жесть. Он реально его убил. Черт, Настя, нужно уже скорее отсюда улетать. Потому что сейчас даже может наш дрон забрать. Это такая жесть, банда, вы сами это видели. Это был реальный, тот самый мультяшный кот, о котором мы с вами говорили. Он реально существует, господи. Почему так медленно летит дрон? Что с ним? О, господи, скорее поворачивай. О, черт, банда, это он идет за нашим дроном, вы это видите? Он реально существует, скорее улетай, Настя, просто жесть. Блин, это не верится, он реально бежит за нашим дроном. Он хочет узнать, где мы, это жесть. Скорее, Настя, лети, просто жесть, банда, вы это видите? О, он бежит за нашим дроном. Окей, Настя уже улетает, это просто жесть. Вы это видели, банда, мне сейчас это все еще в это не верится. Это такая жесть, если ты сейчас я делаю куклу на этого монстра. Но поэтому будет скорее ставь лайк, а также при подписывай на мой инстаграм, на инстаграм Насти. И всех с Настей инстаграм, и мы общаемся с вами, банда. А также провод комменты за прошлое видео. Просто весь какие-нибудь шикарные и дальше комментарии. А брось, вдруг ты хочешь следующее видео, всего же нужно опуститься ниже. Нажай лайк, колокольчик и все, брось, следующее видео. Лайк, колокольчик, комментируй на видео, бандит. Так что скорее пиши комментарий. И бро, помни одно, оставайся такими шикарными. Пока!